Друзья мои, экстренные новости. На севере Казахстана, город Петропавловск. Труба на ТЭЦ-2 обрушилась в Петропавловске. Передает Казинформ. Петропавловск. На Петропавловске ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение трубы, передает корреспондент МИА Казинформ. Ну вот на фотографии вы видите, какой высоты трубы. И одна труба, половина, ну, процентов 25, может 30, ее нету, значит, она упала. То есть на Петропавловске ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение трубы, передает корреспондент МИА Казинформ. В пресс-службе АО «Севказэнерго» информацию подтвердили. Главный инженер подтвердил частичное обрушение первой дымовой трубы. Пока подробностей нет. На станции работают все службы ЧС, пожарные. По людям идет перекличка, выясняется, есть ли пострадавшие. Прокомментировали в пресс-службе. А в управлении здравоохранения подтвердили, что на месте работают машины скорой помощи. И на 19 часов 25 минут сведений о пострадавших не было. Пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами обрушения, сообщили, что взрыва при обрушении не было. Наблюдался черный густой дым. Напомним также, что за зимний период на Петропавловской ТЭЦ произошло 3 аварийных отключения котла агрегатов. На предприятии объяснили отказ оборудования. Вот такие вот новости, друзья мои, срочные новости. Подписывайтесь на мой канал, ну а я обязуюсь, значит, держать вас в курсе в событии по данному факту. С уважением, с вами был Ергали. Ассаламу алейкум, рахматуллахи, ва баракатуху.